Так. Нет, это маленькая решетка. Это вот как раз помещение, где располагался ханский дворец. То есть внутри была жилая часть, где жил сам хан. Это была часть его наложниц, а вот тут это располагалось войско и была высокая соколиная башня. Вот она видна. Ее дозорно осматривали дворцовую территорию и прилегающую часть. Там была прислуга и хозяйственная структура, а это вот был погост. Здесь располагалось кладбище. Поэтому два вот этих здания – это мавзолеи, где были захоронены ханы. И вот в окне видно одно из надгробий. Та часть, которая уходит далее, это были хозяйственные конюшни. Сейчас здесь располагается дворцовый гараж. Встаньте мне за спину. А эта часть, она как раз музейная экспозиция. Да, там внутри еще был маленький прогулочный дворик, а это вот помещение, которое вот. Ну-ка, а вы сюда перейдите на эту сторону. Ух ты. Ну все. А покушать тут нету, только там где-то. А, ну, то есть тут просто центральная часть города здесь.
вот эту крышу, вот видишь, с этой самой крышей. Вот эта терраса. Это у них просто такие печные трубы, да? Сейчас отопление проводимое, а раньше каждый дом возьмем на печку, а горячий проходящий дом на стену, чудо. Там дворик на хамке будет.